Продолжается Лига Чемпионский день на Флотской. И очередной матч, на этот раз группа А, четвертый тур, Нева против ЦДН в прямом эфире. Здравствуйте, друзья! Ваш комментатор на ближайшее время Кирилл Разумовский и главный арбитр сегодняшней встречи Алексей Сергеев вывел команды в центральный круг. Нева в белой форме, ЦДН в красно-черной сегодня. Ну и... Еще раз повторю, турнирное положение в этом квартете обязывает и ту, и другую команду играть на победу. Три коллектива после первого круга группового этапа претендуют на выход в четвертьфинал. Помимо сегодняшних соперников, еще и «Авангард» восточный. Ну и положение на сегодняшний день такое. У ЦДН 7 очков, у Невы 5, у «Авангарда» 4. Для Невы и ЦДН, которые в турнире еще не проигрывали, важнейшая игра на самом деле. Ну и ни в коем случае здесь сбрасывать со счетов нельзя пищевик. Он очков не набирал и, может быть, большую часть шансов уже потерял на выход в плей-офф. Но, в принципе, может любой команде поставить подножку. Но сегодня не об этом. Давайте смотреть. Сейчас ждем стартового свистка и после этого представлю стартовые составы. Итак, хозяева поля, футболисты Невы, сегодня в следующем сочетании. В воротах Станислав Плохих, номер один. Три защитника слева направо. Алексей Бритовский, 21 номер, Никита Сергеев, второй. И Тимур Бураев, третий. В опорной зоне Игорь Лаврентьев, номер 23. По краям полузащиты Антон Киреев, 8-й, Дмитрий Шестаков, 14-й. На острие Сергей Нечушкин. У него номер 11. ЦДН на воротах Сергей Котов, хорошо нам известный номер 16. В прошлом сезоне выступал он за «Терминатор». Чемпионом Северной лиги действующим является... Сейчас после этой атаки Шестаков на фланге. Бураева подключает. Бураев прострел. Опасно. Выносят там межзащитники. И аут. Нева зарабатывает. Также три защитника в центре обороны. 19 номер. Ух, какой удар Шестакова с правой ноги. Причем не слева. И в штангу он попадает. Очень классный момент. Я объясню. После этой атаки почему еще один удар Киреева ногой. Котов отражает Лаврентьев на подборе. Шестаков теперь с левой. Но вот это уже чуть-чуть не точно. Давайте состав назову, потому что очень много событий в начале матча. Артем Сергеев, номер 19, в центре обороны. Евгений Маришин, 20-й, слева. Иван Огородников, 6-й, справа. В центре Станислав Ефимов, номер 14. На левом фланге полузащиты Виктор Саченков, номер 22. Тимур Гейслер, номер 9, справа. И впереди Зурабантия, номер 8. Здесь тоже достаточно футболистов, хорошо нам знакомых. Помимо Котова, тот же Гейслер играл на севере и в том числе в команде у Валерия Нурова в молодежной сборной севера. Ну а Зурабантия, Евгений Маришин, Станислав Ефимов, это все футболисты известные, особенно известные по выступлениям за команды западной премьер-лиги, ну и Анти на юге себя здорово проявлял. В общем, это действительно... Очень серьезный клуб, серьезный проект. Кроме того, у ЦДН в запасе есть еще Михаил Тимофеев, также чемпион, действующий в составе «Терминатора» Северной лиги. Ну и достаточно запасных футболистов. Вообще ЦДН практикует смену там, пятерками, шестерками, поэтому здесь мы посмотрим, будут ли отходить от своей привычной стратегии гости в сегодняшней игре или все-таки... Останутся ей верны. Ну а у Невы вот все же я смотрю, что несколько иначе расположились футболисты. Ну, по крайней мере, флангами поменялись Бритовский и Бураев и Шестаков с Киреевым. Также, то есть, зеркальное отображение. Валерий Нуров сказал, что это возможно по ходу матча. Ну и, в принципе, мы видим, что какого-то такого точного, четкого места у игроков нет. Все перемещаются, все смещаются. Оно и понятно. Здесь в футболе 8 на 8 мобильность имеет очень
большое значение. Ну, а почему я сказал, что вот этот момент стартовый с попаданием Дмитрия Шестакова в штангу очень важен для сегодняшнего матча? Потому что игра третьего тура этих соперников в Лиге Чемпионов, естественно, на групповой стадии сдвоенный матч, вот здесь посередине отборочного этапа. И тот матч начался с быстрого гола ЦДН, как раз хозяев поля. Там на второй минуте Зурабантия счет открыл. И Неве потребовалось достаточно много времени для того, чтобы в игру вкатиться. В итоге Евгений Евгеньев в начале второго тайма, ну, может быть, даже ближе к середине второго тайма, забил гол и принес Неве ничью. Но учитывая, что перед этим Нева также потеряла очки на Востоке в игре с Авангардом, сыграв 3-3, та ничья, конечно, хоть и была гостевой, команду Валерия Нурова не устроила. Поэтому сегодня Нева настраивается очень серьезно, и вот этот настрой с первых минут виден. Сейчас все-таки белые атакуют гораздо больше. За контратаками надо следить. Антибыстрый футболист Сергеев сейчас ему в скорости уступает явно. И момент, и ответная перекладина. Теперь за плохих играет каркас ворот на Флотской. Момент, еще один упускают центральные полузащитники. Наверное, подключение по центру Ефимова, по-моему. И тот, а это Гейслер был, да. И тот с близкого расстояния мяч выше ворот направляет. Ну что, обменялись убойными совершенно моментами соперники. Посмотрим, как игра пойдет дальше. Сергеев у нас три на поле, да? Два центральных защитника у обеих команд и арбитр сегодняшней встречи. Но на эту тему уже пошутили судейской перед матчем. Но Алексей Сергеев сказал, что ему все равно, как зовут футболистов. Никаких дополнительных симпатий к однофамильцам у него нет. И если те будут нарушать правила, он будет фолы фиксировать. Ну, тут в каждой шутке только доля шутки. Понятно, что арбитр он принципиальный, очень опытный. Поэтому надеюсь, что главной фигурой сегодняшнего противостояния он не станет. Шестаков на левом фланге. Разворачивает атаку направо. Очень неплохой переход. Киреев в дриблинг идет. Обыгрывает Маришина, но приходится на фланг сместиться. Подача! И здесь. Очень внимателен Огородников. Бураев на Ничушкина. Ничушкин на фланг сместился. Лаврентьев. Вот, один из ключевых игроков сейчас в Неве. Ну и я, наверное, не буду его напрямую сравнивать с теми футболистами, которые в прошлом сезоне за него выступали. И в центре поля в частности. Но очень нравится этот футболист. Ну и на замене, в общем-то, сегодня у него есть достойные кандидатуры для того, чтобы по возможности игру усилить и при необходимости. Александр Гамбердиев, Евгений Евгеньев, Игорь Ишутин и Гусейн Гусейнов. Игроки в основном молодые. Молодые и очень молодые, я бы вот так сказал. Ну и, конечно, Гамбердиев с Ишутиным в этом году. Гамбердиев, в общем-то, всегда такую завидную результативность демонстрирует, и в этом году тоже. А Ишутин в этом году разобивался. Три у него в чемпионате и два уже в Лиге Чемпионов. Гамбердиев один мяч забил в лиге и 8 в чемпионате Севера. Ну, есть еще в заявке Георгий Нуров. И, наверное, к большому сожалению, его отца и наставника, он
сегодня не принимает участие в игре, но тоже футболист забивной. В общем, о его результативности начали говорить еще когда он с Александром Кокориным в локомотивской школе, в локомотивских молодежных командах конкурировали за место в составе. Ну, теперь Кокорин в «Зените». Ануров пока в «Велесе» немножечко застопорилась его профессиональная карьера. Но в ЛФЛ в любом случае, конечно, фигура заметная, когда он приезжает, когда он может поиграть за Неву. Это очень большое усиление. Но вы знаете, что и сам Валерий Нуров говорил неоднократно, что, собственно, эта команда продолжает свое существование. Самая титулованная команда Северной лиги как раз благодаря его сыну. Потому что в какой-то момент после нескольких сезонов, после 5 чемпионских титулов, Валерий Нуров хотел этот проект закрывать, ну или каким-то образом трансформировать. И в интервью говорил, что именно Георгий попросил его сохранить команду. Он туда приводил своих знакомых футболистов, друзей. И Нева в целом достаточно успешно выступала, ну просто достаточно успешно по меркам среднего клуба высшего дивизиона, да. Все-таки после 5 чемпионств 2 бронзовые медали всего лишь удалось взять. Это, может быть, недостаточно для амбициозных руководителей, но в целом всегда в верхней половине турнирной таблицы, всегда в топе. И одной из старейших команд Севера также Нева является. Но пятикратный чемпион, я не знаю, в ближайшее время никто не сможет превзойти это достижение. У нас несколько двукратных чемпионов, причем вот Терминатор приостановил свое существование или, может быть, прекратил. Позже это выяснится, понятное дело. ЦДК сейчас в процессе перестройки. Ну, в общем, те двукратные чемпионы, как Спартак, Химки, Протон, понятно, что очень маловероятен их ренессанс, возвращение в элиту настоящую. Особенно это касается Спартака и Химок. Это команда практически тем же составом, где очень много возрастных футболистов сейчас вполне себя комфортно чувствует в третьем дивизионе, там играет в удовольствие. Протон в первой лиге, но в этом году дела у него совсем неважно идут. И те времена, когда Игорь Вековищев за Протон выступал, Александр Точилин, они, в общем-то, в прошлом, Александр Панов также, да, известный футболист. Сейчас там кадровый дефицит. И вот на этом фоне вот из всех клубов, которые такую, ну, серьезную значимость в историческом плане для Северной лиги ЛФЛ представляют, Нева, конечно, выделяется, стоит особняком. Ну а ЦДН — это все-таки достаточно новый проект, относительно, конечно, но пока по-настоящему элитным клубом даже в западной премьер-лиге ЦДН не считается. Прошлый сезон был самый успешный, и 4-е место команда заняла в Лиге чемпионов оказалось после того, как футбольный клуб «Барс» решил сняться с соревнований. Поэтому так ЦДН без медалей до сих пор. Нева прошлый чемпионат как раз на 3-й строчке закончила. Ну а в Лиге чемпионов также оказалось благодаря снятию с турнира «Терминатора», потому что квота Северной лиги сократилась в Лиге чемпионов до 2 команд. Вот так могли мы с вами увидеть этот матч в Кубке ЛФЛ. Осмотрим самый сильный, самый интересный, самый престижный клубный турнир Москвы. К середине первого тайма дело идет. Сейчас такая более равная игра стала. Соперники к воротам друг друга не подходят. Практически больше в центре мяч находится. Киреев здорово уходит от двух соперников. Налево передача, а вот передачу отдал слабую, неточную. Анте
бьет в Сергеева, попадает в Никиту Сергеева. Теперь надо уточнять. Ну и вот резервный арбитр, его я не представил, Игорь Елисеев. Сейчас продемонстрировал. Не всегда он был арбитром. Был он, в общем, достаточно известным здесь в округе нападающим и очень результативно играл в составе КДС. Сейчас очень технично мяч обработал. Пускай там больших сложностей отскок для него не представлял, но все же. Включился в игру. Антя. Гейслер против Бураева. Через партнера играет. И здесь замельчил ЦДН. Приходится теперь обороняться. И очень здорово играет Сергей Нечушкин. Выводит мяч ближе к центральной линии. И зарабатывает фол. Замена. Замена. Сейчас посмотрим, кто кого поменяет. Шестаков покидает игровое пространство. Ровно посередине первой половины. И вместо него Евгений, насколько я понимаю. У этого футболиста пятый номер. И Евгеньев один из тех игроков, который очень большое впечатление на старте сезона произвел своим универсализмом и такой футбольной зрелостью, несмотря на очень молодой возраст. Евгеньев уже успел поиграть на позициях под нападающим в Неве, на позиции центрального хавбека и одним из двух центральных защитников, когда Нева применяла эту схему. Сейчас его на фланге атаки Валерий Нуров использует в классической расстановке 3-3-1. Но опять же, вот эта фланговая игра, она достаточно условна. И Киреев, и тот же Евгеньев тяготеют к игре на дриблинге с смещением в центральную зону. Первая желтая карточка в сегодняшнем матче. Виктор Сыченков ее получает. Достаточно жестко так сбил Бритовского. Причем в ситуации, когда, наверное, особенно этого не требовалось. В центре поля. Бритовский вроде бы каким-то перспективным продолжением не угрожал сопернику. Но это все характеризует плотность сегодняшнего матча. Поэтому моментов немного. Вообще сегодня матчи еврокубковые получаются просто сумасшедшими и по драматизму, и по сценарию, и по плотности и темпу игры. ЦДК здесь дома сегодня обыграл северо-западный Бобр со счетом 3-0. Причем игра, ну вот с бровки, по крайней мере, смотрелась просто великолепно, хорошим, на хороших скоростях, в хорошем темпе соперники играли, мало пространства оставляли, и голы получились такими достаточно трудовыми у армейцев. Без нескольких лидеров, без Евгения Машурина, Евгения Алдонина, ну не говоря уже про Коряку, Лешина, ЦДК. Очень важную победу добыл. Ну и вот перед нашим матчем стоялись игры Кубка ЛФЛ. Интер неожиданно с небольшим счетом, всего лишь 3-0, обыграл Восточный Титан. Тут, учитывая результативность Интера в первых трех играх, казалось, что ну, разгрома не избежать, тем более дома, тем более два состава, как обычно, и там все очень здорово. Но Титан очень достойно смотрелся на фоне Гранда. Понятно, что
Там игра практически на одной половине поля проходила, ну там и голкипер Титана великолепно, просто великолепную игру провел, ну, несколько таких сумасшедших спасений совершил. Ну и у Интера где-то не шло, но в итоге 3-0 для Титана, наверное, это результат хороший, хотя и не с турнирной точки зрения, но вот для собственной самооценки прежде всего. Ну и сейчас Динамо с Трансгарантом, тут триллер закрутили настоящий. Динамовцы первую половину игры очень плохо провели и проигрывали 1-3, но второй тайм, как будто другая команда вышла, вот, действительно, и по темпу, и по тому количеству голевых моментов, которые Динамо создало, в общем, показалось, что должны дожать соперника, дожать полноценно не получилось, но ничью, и такой удобоваримый для себя результат динамовцы выстрадали. 3-3. Динамо пока еще не обеспечивает себе место в плей-офф. Ну, ждем, во-первых, когда все матчи тура, все результаты тура, точнее, станут известны. Ну и, конечно, победа выводила динамовцев в плей-офф. Но, учитывая, что в Сокольниках динамовцы выиграли, здесь ничья, в общем, 4 очка против Трансгаранта. Результат в целом по турниру хороший. В игре, еще раз повторюсь, большое впечатление второй тайм произвел, и вполне бело-голубые могли забивать больше двух мячей. И пенальти был нереализованный. Ну, в общем, наверное, даже немного жаль, что этот матч в прямом эфире мы не показывали. Зато те, кто был на стадионе, я думаю, удовольствие получили. Ну и еще один матч, который сегодня утром состоялся, нужно отметить. Беда проиграла Магистрали. Здесь, в общем, результат довольно предсказуемый. Беда старалась, и Беда играла действительно неплохо. По-настоящему рассыпалась. Пропустила два мяча, третий и четвертый, в самой концовке, в последней четверти игрового времени. Ну а так, не сказать, что на равных, но с шансами. Но в итоге 1-4, Беда, понятно, теперь уже точно никуда не выйдет. С тремя очками после четырех туров Беда продолжает свою перестройку. Я думаю, что эти еврокубковые матчи, конечно, в плане опыта совершенно бесценны для команды Ивана Логина. Давайте на поле вернемся. На него атакует Ничушкин назад. Теперь Бураев на Евгеньева. Евгеньев очень здорово уходит от соперника. Прострел. Котов надежно действует. Кстати, этим соперником Евгения Евгеньева сейчас был вышедший на замену Никита Демченко под 11 номером. И вот я так смотрю за игрой, все это вам рассказываю потихоньку. Не пятерками, как раз по одному футболисту руководители, тренерский штаб ЦДН меняют. Михаил Тимофеев под 44-м номером на поле уже несколько минут. Он занимает позицию правого полузащитника. И сейчас слева еще один футболист появился. К сожалению, вот при таком освещении вот эти номера, которые отблеск дают, очень тяжело различать, поэтому позже вам представлю. Ну и, в принципе, наверное, раз назвал запасных Невы, то же самое и относительно гостей сделаю. Итак, Михаил Тимофеев, Никита Демченко на поле. Лаша Кашакашвили, Михаил Павлов, Александр Кузьминов и Ярослав Шмыгов. Это запасные, ну плюс Георгий Кашакашвили, руководитель команды и голкипер, играющий по совместительству. Ну не знаю, вряд ли будет сегодня замена вратаря. Сергей Котов, во-первых, вполне себе основной голкипер в ЦДН, хоть и не во всех матчах, наверное, он в стартовом составе выходил в этом сезоне. Ну и Кашакашвили не переодевался, он стоит в длинном пальто. Сейчас вот как раз рядом с Игорем Елисеевым. Ну а пока его команда атакует и зарабатывает угловой, причем там только самоотверженная игра защитников Невы позволила отвести угрозу.
Угловой или даже аут. Нет, угловой. Подача. Здесь никого нет. Киреев. Угловой мяч пробросил дальше. Так, угрозу отвел. И после этого в борьбу включился, но не сумел этот мяч для команды сохранить. И он отправляется на скамейку запасных на 24-й минуте. Вместо него Игорь Шутин под 10-м номером на поле выходит. Таким образом, кто у нас не играл, пока, ну, после этого момента здесь Лаврентьев выбивает мяч из своей штрафной. Сергеев назад, Котов. И Демченко. Втроем отыграли одного Сергея Нечушкина. А это фол. Причем фол нападающего. Вот, как бы, знаете, такие моменты всегда очень забавно смотрятся, потому что всегда хочется такие эпизоды рассудить в пользу форварда. Все-таки там взаимные объятия и так далее. Но первым фалят нападающие, которые хитрят таким образом и пытаются вывернуть лучшую позицию. А тут гол! На правом фланге он родился. Тимофеев подключил Демченко к атаке. Тот прострелил. И кто нанес решающий удар? Антию, по-моему, все поздравляют. Ну и вот он на ваших экранах. Герой эпизода. 1-0. На 25-й минуте сценарий повторяется. Может быть, не до минуты, но все-таки по смыслу. Мне придется отыгрываться. В отличие от Кубка ЛФЛ, конечно, в Лиге Чемпионов попроще регламент, попроще вот эта схема турнира. Две команды, в принципе, на равных основаниях в четвертьфинал выходят, потому что, по большому счету, совершенно не важно, с какого места в эту стадию пробиваться. В Кубке ЛФЛ, вы знаете, вторые команды в группах играют дополнительный раунд как бы между собой. И определяет четверку лучших, которые уже в 1/8 попадают. С этой точки зрения, наверное, Неве не обязательно занимать первое место. Но если Нева сегодня проиграет, а Авангард, допустим, переиграет Пищевик, то Нева потеряет турнирную инициативу. 10 очков тогда будет у ЦДН, 7 у Авангарда, 5 у Невы. Нужно будет, во-первых, обыгрывать восточную команду здесь на Флотской. И, во-вторых, дальше не допустить осечки в игре с Пищевиком. Она будет выездной. Здесь в руку мяч попадает, но по всем последним трактовкам такие эпизоды, как нарушение правил, не расцениваются. Игрок, во-первых, в безопорном положении был, рука в естественном. Поэтому угловой никто не спорит. Евгеньев будет подавать. На ближнюю штангу подача, но в итоге Никита Сергеев умудряется выбраться на ударную позицию. Еще один удар на этот раз Лаврентьева блокирует защитники. И Сергей Котов там, знаете, так инстинктивно руку подставил, отражая этот прострел. Я сегодня с Дмитрием Мечковым разговаривал как раз на тему стандартов перед матчами, ну, во время утренних матчей, скажем так. И мы с ним сошлись во мнении, что сейчас очень интересная тенденция. Очень много команд стали не подавать штрафную, а каким-то образом обостряющие передачи отдавать или разыгрывать. Вот тот же Интер все время разыгрывает угловые с выдвиганием одного игрока, с передачей как бы под удар. И все игроки располагаются на одной линии, потом группа игроков бежит вперед, один назад, и происходит скидка и удар в одно касание. Так забивали Артак Григорян и Алексей Мишин в последних матчах. Сегодня мы в игре ЦДК «Бобр» увидели в исполнении северо-западной команды и в исполнении армейцев тоже, Валерий Лихобабенко в частности, такие сильные прострелы на неудобные для вратаря и защитников высоте. Когда, во-первых, любой рикошет может сыграть в пользу атакующей команды, во-вторых, нападающим, вбегающим вот в эту зону футболистам очень удобно на эту передачу откликнуться, в то время как вратарю рисковать и выходить такие прострелы как раз не очень сподручно.
Вот сейчас был похожий момент. Прострел. Котов рукой мяч в сторону так отбил. В итоге едва него не забило. Анте. Бритовский против него. Позиция крайнего защитника, мне кажется, не совсем подходит Алексею Бритовскому. Но здесь важно понимать, что Игорь Лаврентьев, пожалуй, более разноплановый, разносторонний футболист в центре поля. Если играть в 3-3-1, то он, наверное, в глазах Валерия Нурова более предпочтительным вариантом выглядит. Если играть с двумя центральными полузащитниками, например, в схеме, когда хатбеки располагаются треугольником, тогда Бритовского можно использовать как такого разрушителя. Он очень цепкий, очень выносливый футболист, может большой объем выполнять работы и, в принципе, большое количество отборов совершает всегда. Но сегодня он на позиции правого защитника, и есть проблемы со стартовой скоростью, по крайней мере, у него по сравнению с оппонентами. У него вот на концовку первого тайма еще Александр Гамбердеев вышел на острие атаки. Он последний сезон играл на позиции вингера, по всей бровке действовал обычно. И вот такого чистого форварда не исполнял. Но, вы знаете, то была команда Александра Акуненко. В большей степени Валерий Нуров, собственно, в игровой процесс практически не вмешивался. Акуненко схему с двумя центральными защитниками использовал, и на флангах Гамбердеев и Павел Котов выступали, ну, как правило, там и другие футболисты в том числе. А впереди был Вадим Пронкин, и они с Сергеем Нечушкиным друг друга меняли. В общем, Гамбердеев привык на фланге действовать, но основная, наверное, его специализация все-таки центральный нападающий, и в этом качестве он молодежную сборную Севера приводил к победе в чемпионате Москвы. Ну что ж, тем временем у нас первый тайм завершился. Команда отправляется отдыхать. Давайте и мы на пару минут сделаем паузу и вернемся к началу второй половины. Ну что же, две короткие трели судейского свистка призывают команды возвращаться на футбольное поле. Лига чемпионов, четвертый тур, группа А, Нева ЦДН. И после первого тайма 1-0 впереди гости. На 25-й минуте Зураб Банте единственный мяч провел. Посмотрим, как Нева будет свою игру менять. Такое было совещание в тренерском штабе во время перерыва. Ну и, насколько я понимаю, в основном составе Нева на поле выходит, ну, в том, в каком игру и начинала. Соответственно, давайте по составам пробежимся. Ворот Станислав Плохих. Три защитника: Алексей Бритовский, Никита Сергеев и Тимур Бураев. В центральной линии Игорь Лаврентьев, Дмитрий Шестаков и Антон Киреев. И Сергей Нечушкин впереди. У гостей в атаке появился Лаша Кашкашвили под 13-м номером. Что касается других футболистов, давайте с вратаря начнем. Сергей Котов, Артем Сергеев в центре обороны. На флангах Евгений Маришин и Никита Демченко, по-моему. Он не в стартовом составе был, но по ходу игры на поле вышел и, по-моему, сейчас остался. Что касается полузащиты, сейчас на флангах действуют Михаил Тимофеев и Тимур Гейслер и Станислав Ефимов в центральной линии. Его атакует и фолит в атаке Нечушкин. Валерий Нуров очень мало игрового времени предоставил Евгению Евгеньеву в первом тайме. Еще меньше Александру Гамбердееву и Игорю Шутину, а Гусейн Гусейнов не выходил вообще. Котов выбивает вперед. Здесь очень неплохо за мяч Кашакашвили зацепился.
защитники надежно сработали. Ничушкин, нет, все здорово сделал, кроме паса на подключающегося партнера. Бритовский выбивает вперед, Маришину мяч в руку попадает из той же серии, что и в первом тайме. Технический брак теперь фолом не является, если рука в естественном положении находится и нет умысла у футболиста этой рукой сыграть. Это очень интересная на самом деле тема, потому что до сих пор еще не все арбитры таких одинаковых трактовок придерживаются. Но у меня вот на эту тему был разговор с Владимиром Коржевским, с главным арбитром Северной лиги. И мы разбирали несколько эпизодов. Он сказал, что готовится методическое пособие, чтобы всем было понятно. Ну, здесь тоже стоит отметить, что процесс такой достаточно долгий. Работа судейская с выбором нужных эпизодов, потом работа монтажеров, которые должны будут это все как-то в удобоваримую форму привести. Но в любом случае сейчас тенденция идет в сторону уменьшения количества свистков, фиксирования нарушений правил в случае с игрой рукой. Потому что, пожалуй, это было наиболее спорным правилом футбола. В футболе 8 на 8, поскольку нет положения вне игры, таким единственным по-настоящему спорным. Ефимов очень здорово убирает Лаврентьева под себя, но здесь партнеры пришли на помощь. И смотрите, как узко сейчас располагаются Киреев и Шестаков. Они не на флангах, а они практически в центре. Особенно Киреев, это касается в центральном круге, непосредственно и отходит даже под передачу на позицию центрального защитника. Никита Сергеев вперед играет. Ничушкин мяч, пытаясь остановить, допускает технический брак. И эта атака хозяев поля заканчивается, фактически не начавшись. Пока пауза небольшая, есть возможность рассказать о том, как во внутренних чемпионатах эти команды выступают. Нева в чемпионате Северной лиги очень уверенно идет. Сейчас на втором месте после 8 матчей 21 очко. Единственное поражение было в игре первого тура от Интера 2-4. Но тогда, вы знаете, ну совсем другая была Нева. Было целый ряд футболистов, кого-то покинули, другие пришли. И, в общем, Валерий Нуров признался, что просто не успел к началу чемпионата, не успел нужную работу провести, и кадровую, и организационную, что для Невы неудивительно, понятное дело. Но формула нынешнего чемпионата такова, что она как будто для Невы, собственно, сделана. Здесь не так важно, можно потерять там на старте какие-то очки, главное оказаться по итогу первого круга в первой восьмерке. И Нева, естественно, уверенно справляется с этой задачей. Вот даже если все оставшиеся матчи бело-черные проиграют, я думаю, что восьмерки они будут. Ну, там не без нервов, конечно, но еще одна-две победы, и все уже железно. Ну, соответственно, 7 побед затем и без поражений до того в Лиге Чемпионов. В общем, довольно уверенная беспроигрышная серия 10-матчевая. В общем, все это говорит о том, что Нева в неплохой форме. И сейчас в действительности первый раз на грани поражения оказывается 0-2. После удара Евгения Маришина Тимур Гейслер ногу поставляет в штрафной, как клюшку хоккеист. И теперь вот, теперь все меняется значительно. Теперь Неве за 25 минут нужно минимум 2 мяча отыгрывать. Что же касается гостей, то в западной премьер-лиге ЦДН неплохо начал сезон. И в частности там была ничья с одним из претендентов на медали Омега-Титаном. Казалось там, что это начало чего-то большого, какого-то хорошего сезона. Но на данный момент 7-е место лишь ЦДН занимает. 17 очков там. 10 игр сыграно, трижды уже уходила команда, проигравшая с поля. Помимо Мегатистана еще одна ничья была. И дело в том, что
проигрывают, не сказать, чтобы топовым соперникам. Вчера 2-3 ЦД наступил Вееру. До этого было поражение от Магистрали. Ну и еще в сентябре Трансконтейнеру ЦДН проиграл. То есть, таким образом, ни с кем из первой тройки не играли, ни с Титаном, ни с Портером, ни с ФКСП. Отставание уже значительное все равно. В общем, все говорит о том, что ну где-то в пятерке место может попробовать ЦДН завоевать, потому что там все плотно, и тот же Веер сейчас на шестом месте. Команда сюрприз во многом и для многих после ухода Атлантиса, после ухода футбольного клуба Барс, новые имена звучат все чаще. Но за медали будет тяжело, очень тяжело бороться, хотя состав у ЦДН неплохой. Лаврентьев подтолкнул Ефимова, а Сергеев дал бороться. Киреев здесь на свободном пространстве. Вот это его игра. Нужно уходить. Наверное, было все-таки не во фланг, а ближе к центру. Подключает Бритовского. Бритовский простреливает. Нет, там мяч из штрафной выходит. Бураев демонстрирует хорошую технику. Мяч здорово укротил. Сыграл с ближним. Бритовский. Неплохо. Шестаков. Лаврентьев, пробить нужно здесь, вот Лаврентьев здорово вышел на ударную позицию, еще раз обыграл соперника, бьет, и ногой Котов отражает этот удар. Шестаков, все кричат левая нога, потому что знают, что он может с левой, но он делает передачу правой, забивает Нечушкин, 2-1. 2-1, Нева очень быстро отыгрывается во втором тайме, но вот то преимущество, которое ЦДН заработал в первом, оно все-таки сохраняется в один мяч. Но интересно, всего две с небольшим минуты потребовалось бело-черным, чтобы сформировать свой ответ. 2-1, это значит, что интрига сохраняется, это значит, что нас шикарное зрелище в последней трети матча ждет. Бритовский мяч вынес. Здесь судья помешал Антону Кирееву набрать скорость. Маришин направо. Демченко в центр передачи. Тимофеев, нет, он, мне кажется, хотел таким, знаете, элегантным касанием как бы убрать мяч сразу при приеме, но получилось, что далековато мяч отскочил, и ни пас не получился, ни вот этот финт. Никита Сергеев, длинная передача на Киреева. Но здесь Маришин значительно выше, во-первых. Во-вторых, более правильную позицию занял. Мяч скинул в центр, там был шанс на подборе сыграть у кого-то из футболистов Невы. Но в действительности не получилось, и гости мяч сохранили. Да, вот Тимур Гейслер, вспомнил я, что в первом тайме говорил, что за Империю выступал, но еще же за Интер, конечно, в прошлом сезоне. Правда, совсем недолго. За Интер и за сборную Севера. Незаурядный футболист, конечно. Но с характером, как говорят. Хотя мне вот в личном общении кажется очень приятным молодым человеком. А сейчас под это спорный эпизод я... Честно вам скажу, что просто не уследил. С такой силой мяч был отскочил от перекладины. Он изначально после удара Гейслера с такой силой полетел, а потом отскочил от перекладины, что непонятно, в какую точку он ударился. Но, судя по траектории, вполне возможно, что из-за линии ворот ударился о газон, потом в штангу и выскочил в поле. На мой взгляд, что в таких ситуациях, когда не очевидно, арбитр не должен придумывать, знаете, как говорят, суди, что видишь. Ну, не видел, что на 100%, что мяч за линией был. Значит, не надо засчитывать гол, там, додумывать, достраивать эту траекторию в голове. Но ЦДН был близок сейчас к третьему мячу. И это звоночек, и такой неприятный очень звоночек. Здесь Киреев не сумел мяч укоротить.
Киреев показывает, что чувствует себя великолепно, и менять его не надо. Валерий Нуров наверняка неспроста этот вопрос задал. Антия крутит, вертит. Назад. Сейчас вот по 22-м номерам Сыченков, который желтую карточку получил в первом тайме, играет. Он на поле вернулся, заменив Тимофеева как раз. Дальний удар заблокирован. Демченко сейчас авантюрно сыграл. И Киреев, ну а что вот это он придумал? Что сейчас пытался сделать? Застать врасплох голкипера опытнейшего Сергея Котова? Ну, не знаю. Мне кажется, что поторопился. Можно было придумать что-нибудь поинтереснее. Еще одна атака красно-черных. Антия. Нет, здесь уже подстраховка работает. Лоренти он раскачал все равно. Бритовский мяч вышел. Вот здесь было мне очень хорошо видно, как раз под окнами нашей комментаторской кабины. Мяч пределы поля покинул. Алексей Бритовский, опять же, переоценил свои возможности. Он убирал так на широком шаге, чтобы не попасть под прессинг. Не вступить в контакт с соперником. В итоге потерял мяч в опасной близости от своих ворот. Сейчас еще один такой хоккейный наброс на ворота. Перед Станиславом Плохих пробежал соперник. Естественно, сразу зафиксировать мяч вратарь не сумел. Шестаков теряет мяч. Сразу же в борьбу вступает. И это жесткий фол. На желтую карточку однозначно. И опять же, вот в той же точке, да, желтую карточку Сыченков получил. Ну а теперь Дмитрий Шестаков. На 45-й минуте. Четверть часа у него. Интересно, если все-таки в ничью эта игра завершится, как вообще с тремя мирными исходами из группы выходить в Лигу Чемпионов, реально или нет? Ну, до ничьей еще далеко. Как минимум 15 минут и забить. Хотя ЦДН сейчас явно опаснее. Атакует. И скорее ближе к третьему мячу, чем Нева ко второму. Ждем мы замен. И они произошли. Шестакова сразу с поля убрали после того, как он желтую карточку получил. Евгений вместо него. И у Невы на этом все. Ну, опять же, не мне советовать Валерию Нурову, который выиграл титулов, наверное, столько же, сколько я матчей в своей жизни. Но Александр Гамбердиев, мне кажется, слишком долго на лавке. Слишком много на лавке. Я говорил с ним, у него есть определенные проблемы со здоровьем, не в оптимале он, но у него есть чутье, он умеет в правильной точке оказаться. Именно поэтому он много забивает, не играя по многу как раз чистым нападающим. Ев. Лаврентьев пропускал мяч. Там Маришин. Надежно. Тоже опытный футболист. Вот смотрите, атака у ЦДН, пожалуй, более молодая, да, чем оборона. Хотя здесь все условно. Естественно, футбольный возраст не всегда имеет значение. Ну вот в случае там с Валерием Лихобабенко, например, Дмитрием Мечковым, я не знаю, Эриком Корчагиным и так далее. Но все-таки в бароне футболисты чуть более опытные. Антия.
против него Бураев. Очень хорошо на ногах отыграл и мяч даже выбил, и все чисто. Тимур Бураев цепкий футболист, он может и жестко сыграть, если надо. Ну, Антия, конечно, сегодня затерзал своих оппонентов. Вот Михаил Тимофеев под 44-м номером. Он на поле. А и теперь на поле нет Гейслера. Там Огородников. Вот он под 6-м номером вернулся на поле. И сейчас штрафной заработает. ЦДН втягивает Неву в выгодную для себя игру. Так, сейчас Валерий Нуров делает замену. Гусейн Гусейнов, 15-й номер у него, по-моему, впервые в этом матче. Я мог, конечно, что-то упустить, но, по-моему, до этого он на поле не выходил. И кто сейчас в атаке сыграет, непонятно, потому что заменил Гусейнов Сергея Нечушкина. Тут варианты есть. Прежде всего, на эту позицию может выдвинуться Антон Киреев, а может и сам Гусейнов. Хотя, мне кажется, что он совсем не чистый форвард. Ему удобнее из глубины действовать. Ну так, игра открытия, игра эксперимент. В чем-то, по крайней мере. Сергеев мяч выносит из штрафной. Здесь Огородников и Бураев Гусейнова бросает вперед. Да, он будет играть на острие. Так что это замена по позиции была на самом деле. И все. На этом Лаврентьев. Направо Бритовскому. Евгеньев. Неплохой пас на Гусейнова, но тот не рискнул разворачиваться, решил все-таки понадежнее сыграть. Бураев. Киреев ошибается в передаче, и Лаврентьев вынужден фалить. Фалить? Нет, по мнению арбитра, не сыграл в ногу, а просто помешал сопернику, и тот выбежал с мячом за брок. Вот так. Арбитр, конечно, метров на 50 или 40 ближе к эпизоду был, чем мы с вами, поэтому поверим на слово. Красно-черных сейчас такая размашистая атака строилась, но не справился с обработкой мяча. На правой бровке. Ну кто там, Ефимов был, по-моему. Нет, Ефимов сейчас в центре. Ну не важно, ладно. Кто-то из футболистов. Сергеев. Неплохо. Бритовский. А вот тут игра рукой, потому что таким образом помог себе в этом эпизоде защитник Невы. Гейслер вернулся. Гейслер, Тимофеев и Лаша Кашакашвили сейчас группу атаки гостей составляют. Значит, Антия отправился отдыхать, и Тимур Гейслер вместо него вышел. Ну вот все говорят, ну все футбольные общественность, болельщики в основном, конечно, что, дескать, ЦДН непонятно как играет, много замен. Но, вы знаете, нет, сейчас вот по этой игре не скажешь. В принципе, у всех ведущих игроков, у игроков атаки, а их чаще меняют, чем защитников, достаточно игрового времени. Во-вторых, ну так, знаете, по очереди их меняют, то есть не один вместо другого, а как бы по кругу. И, в общем, в этом отношении, мне кажется, все довольно сбалансировано. Киреев, здорово, за счет дриблинга уходит, смещается в центр, на ударной позиции бьет, тащит Котов, и удар, наверное, все-таки не самый лучший удар у Киреева получился. Не самый точный, прежде всего. Потому что таких позиций, если укладывать по углам, шансов у вратарей практически нет.
Политовский из-за боковой. Бросает штрафную, оттуда мяч защитники выносят. И Ефимов еще раз ваут выбивает. 8 минут. Плюс добавленные какие-то секунды у Невы на то, чтобы отыграться. Лаврентьев совершил перехват. Вот у него удар шикарный. Что же он не бьет-то? Ну вот сейчас попытка с левой ноги. Артем Сергеев ногу подставляет. Ефимов направо. Тимофеев. Здесь Евгеньев успевает прервать передачу. Неточно играет Киреев. Кашакашвили один штрафной. Нет, там плохих. Мгновенно сократил дистанцию между собой и нападающим. И здорово сыграл. Пока там 13 номер ЦДН размышлял, кому завершать. Эта атака уже закончилась. Бураев здесь выиграл мяч, но фол арбитр не фиксирует. У ЦДН есть возможность для контратаки. Здесь Бритовский. И втыкается очень жестко Станислава Ефимова и получает желтую карточку за это. Причем Бритовский сейчас на фол шел. Во-первых, срыв атаки. Во-вторых, как бы отомстить за предыдущий эпизод. Наверное. Потому что, по мнению футболистов, Алексей Сергеев ошибочно не зафиксировал нарушение правил против Тимура Бураева. Маришин. У него левая это замечательная, но все-таки дистанция слишком значительная была. Здесь еще нужно учитывать размеры поля. Команды, которые привыкли играть на Сетуин Парк. Ну, а Евгений Маришин на Сетуин Парк не только за футбольный клуб «Барс» играл постоянно, но и в составе сборной Запада. Там, конечно, едва перейдя центральную линию, можно бить, обладая таким ударом, и забивать регулярно. Ну а здесь провал в обороне Невы. Антия направо играет, чуть не точно, но Гейслер все-таки мяч получает. Раскачивает Лаврентьева, обыгрывает его, но здесь на подстраховку возвращается Евгеньев и фолит, по мнению арбитра. Хотя эпизод неоднозначно выглядит в любом случае. Штрафной. Вот теперь тут и для Антии, и для того же Маришина дистанция куда более предпочтительная. И Анти, что сейчас какие-то получает дополнительные задания или какие-то, может быть, секреты. Из уст Георгия Кашакашвили, который его подозвал на брок. Ну, смотрим. Ну, Маришин бьет и бьет в стенку. Антия на подборе. Еще один удар здесь. Хорош Евгеньев. И Бритовский сразу под прессинг Ефимова попадает. Поэтому быстро начать атаку не получается. Бураев на левой бровке. Вперед играет на передаче неточная. И на подборе первыми гости оказывается. Маришин. Здесь Гейслеру зацепиться не удалось, но зато Ефимов хорошо сыграл в центр. Демченко, его накрывает Евгеньев, но передачу-то все-таки сделал. Антия смещается в центр, передача Ефимова. Тот не понял, что возможен пас. Видимо, все привыкли, что Антия бьет частенько из таких ситуаций. А тут решил атаку развернуть. Партнер уже остановился. Гусейн Гусейнов сейчас в игру вступил. И, вы знаете, вот за те 11 минут, что он на поле провел, пожалуй, первый раз я его фамилию назвал после представления, после, собственно, оглашения, замены. Нечушкин на концовку возвращается. 3 минуты у Невы.
чтобы уйти от поражения. Наверное, о победе говорить сейчас не приходится. Котов. Ну, Маришина здесь, ну, не аут в пользу Невы, но, в принципе, главное, что не привезли сами себе. Сейчас опытные футболисты иногда добра от добра ищут. И ошибки допускают. Лаврентьев. Сейчас очень неплохо ЦДН играет в прессинг на своей половине поля. Свободного пространства у игроков Невы нет, поэтому вся эта перепасовка только на своей половине или в центре получается. Фалит Сергеев сейчас, совершенно глупый фол, причем на желтую карточку, потому что Гусейнов выходил на ударную позицию, да. Артем Сергеев. И штрафной как шанс, один из последних для Невы. Ну, тут, во-первых, Никита Сергеев, во-первых, и в единственных, да, Шестакова-то на поле нет. Он, наверное, мог бы сейчас слева исполнить, но и Никита Сергеев может исполнить. Слева бьет, очень опасно, но мяч все-таки на перекладины, причем после какого-то небольшого рикошета. Я не увидел, коснулся ли Котов мяча кончиками пальцев, но вполне возможно. Дальше с угла поля. Здесь Сергеева придерживали, но он мяч догоняет. И борьба на бровке заканчивается его локальной победой. А вот будет бросать Бритовский. Прежде всего, потому что Никита Сергеев нужен там, на втором этаже. Там же Лаврентьев высокорослый. Но пока защитники лучше других справляются. А здесь Гусейнов теряет мяч. Да, это в подкате самоотверженно все выглядит, но время потеряно. Не нужно было в центре поля мяч терять, чтобы вообще не получить возможную атаку на свои ворота. Маришин с Демченко отбирает мяч у Лаврентьева. Гейслер на ударной позиции бьет сейчас, просто завершая эту атаку, чтобы не привести контрнаступление. Сейчас где-то полминуты до конца основного времени, плюс какие-то копейки там должен добавить арбитр. И одну из последних, если не самую последнюю атаку, Нева начинает. Начинает с розыгрыша причем. Бураев. Вперед передача на Ничушкина. Против того двое. И все на этом. Котов тут предпочитает почему-то не брать мяч в руки, а выбить его ногой вперед. Ну и ладно, потому что здесь на подборе очень здорово играет Станислав Ефимов. Ну и все, ничего практически не добавляет арбитр. И его финальный свисток фиксирует победу ЦДН с преимуществом в один мяч. 2-1. Команда Валерия Нурова в тяжелой турнирной ситуации оказывается. В тяжелой, но не безнадежной. Здесь борьба будет продолжаться до последнего тура. Прощаюсь с вами, друзья, но ненадолго совершенно, потому что у нас еще одна трансляция запланирована. Буквально через пару минут вы увидите другой чемпионский поединок. Ну а здесь на этом все. Нева ЦДН 1-2.